Макс Ньюс. Утро на Болткоме. Мы продолжаем «Утро на Болткоме». Основатель компании Memory Water Янис Плявинш у нас в студии. Поговорим мы сегодня о воде, о том, что нам жизненно необходимо, о том, какую воду надо пить, как отличить хорошую воду от плохой воды. Вот об этом обо всем мы сегодня поговорим. Как вообще вот отличить обычному человеку, который пьет воду, вот он пьет и пьет, и хорошо ему? Как понять, что это не та вода, которая ему нужна? Доброе утро. Да, ну вот с водой не так легко, потому что на этикетке не должно, по законодательству не должно быть написано все виды обработки, которые может с водой случиться и которые делают с водой. Одна из самых основных проблем то, что вода обрабатывается обратным осмозом. Но это добавляется, можно сказать, дистиллированная вода, но она не дистиллированная по своему методу обработки, а по существу. Обрабатывается она с обратным осмозом. Но есть такой самый дешевый вид, как обрабатывать воду и получить реально дистиллят. Это для того, чтобы какие-то микробы уничтожить в воде? Нет, для чего это не, для, не чтобы уничтожить микробы, это чтобы уменьшить какие-то вещества, которые не по нормативам в воде. Там есть где-то 50 химических веществ, которые вода должна соответствовать. И если что-то не соответствует, вода не как тесто, которое можно очень легко что-то поменять. И тогда получается, что надо чуть-чуть эту дистиллированную воду добавлять, и тогда тоже все другие химические вещества уменьшаются. И таким образом получается, что вода, ну, что реально люди пьют не настоящую воду, а такой, можно сказать, коктейль, деминерализованной водой. Но это насколько вредно для человека? Или, в общем-то, это только вот на бумаге какие-то там химические элементы отдельные, а на человека это никак не влияет? Ну, первое, на что это влияет, это то, что на вкус. И как мы знаем, что эта дистиллированная вода, она, в принципе, мертвая вода. Ну, это поэтому... да, со школы, наверное, еще все помнят. Да. Поэтому вот такой коктейль, ну, не очень советуется. Тоже международной организации здоровья уже в 2005 году они сделали такое большое изучение, там не только как бы одного этого научного исследования, но где-то 100 обобщили, да? Обобщили 100 этих исследований. Этих исследований научных и пришли к такому выводу, что это деминерализованная, дистиллированная вода для человека плохо. Вот это хорошо для аккумулятора, для технических всяких средств. Да. Но да. Потому что она не оставляет никакого осадка. Там, ну, осадок все-таки нужен, да? Но осадок для человека, осадок это значит все полезные минералы. В том числе кальций, магний и множество других. Поэтому, конечно, человек тоже по вкусу сразу чувствует, что это что-то не так. Но вот должна ли быть для того, чтобы что-то улучшать, должна ли быть сам изначально вот эта вода добыта там, ну, в соответствующих условиях? Да? Потому что многие считают так, что ну, можно... условно говоря, где-то брать из-под крана, в колодце, да, и чуть-чуть там, не знаю, ее прочистить с помощью фильтров, да, и все будет в порядке. Но как это на самом деле? Но это как раз на самом деле самое лучшее то, что из природы. Потому что из природы, ну, природу никак невозможно обхитрить. Это нереально. Потому что если начинается какая-то серьезная фильтровка или ну, любая обработка и манипуляции, сразу вода теряет свой вкус, сразу теряет уровень pH, который тоже важен. И конечно, и получаются те исследования, которые вот
Международной организации здравоохранения. Но тогда получается, определил, что каждый производитель воды, в общем-то, по-хорошему, должен иметь свой источник, откуда он берет воду, и, ну, получается, что это тогда вот самая настоящая вода. Да, ну, не только источник, но еще такой, который, где не нужна никакая обработка. Вот это самый лучший вариант. И реально в Латвии у нас только где-то, ну, примерно 3-5 таких производителей, которые могут представить вот такую воду, которую никак не надо обрабатывать. Ну, конечно, все используют простой механический фильтр, чтобы в воде не было песка, и такие само себе понятные вещи, да. А вот действительно ли так, что вот, ну, чем глубже вот эта скважина, тем лучше? Нет, это миф. Это как раз глубина скважины зависит от того, какие геологические ситуации на конкретном месте. И есть специальные геологические карты, и там можно определить, то есть, например... Это важнее, чем просто глубина. Да, просто тупо глубина, это, ну, это ничего не значит. Потому что может быть так, что, не знаю, там, например, 50 метров там отличная вода, и там 250 там просто очень плохая. Поэтому есть эти геологические карты, где можно изучить вот именно на конкретном месте, сколько лучше глубина. Вы сказали про миф. Мне кажется, с водой вообще очень много мифов связано. И кто-то говорит, считает, что есть вот эта вот цифра, что 2 литра обязательно в день надо выпивать. Кто-то говорит, что наоборот нельзя, все хорошие и нужные элементы из организма вымываются. Так вот, что правда? Ну, смотрите, вот это зависит, какую воду вы пьете. Если вы пьете дистиллят, ну, обработанную осмозом, то получается, что да, лучше меньше пить, потому что точно все вымывается из организма. Но если вы пьете природную воду из источника, то 1,5 литра, я бы сказал, это минимум. Ну вот если говорить про людей, которые ездят, например, вот на источники природные, да, у нас в Латвии тоже же есть несколько, ну даже не несколько, может, несколько десятков где, да? Но я и сама сталкивалась, что ты эту воду, когда ты ее только набираешь, она вот только из источника, она прекрасная, замечательная, но если она постоит месяц дома, ее пить невозможно, с ней происходят что-то, какие-то процессы. Вот это неправильное хранение или, в общем-то, вода из источника, тот, кто вот обычный человек, ее набрал, надо сразу выпить, а не хранить там? Это, я думаю, основное. В основном неправильное хранение, потому что эта вода живая, и там все микроорганизмы, ну, намного активнее. И поэтому, если там на солнце похоронить, или вообще посуде не такой чистой наливать, или чуть-чуть еще, не знаю, где-то пальчик на сосуде, чуть-чуть хоть бы, то эта вода очень быстро испортится, потому что это, ну, живая вода. Наоборот, скажем так, вода, обработанная осмозом, намного дольше держится. Но опять это не для человека. Да. Вот все-таки возвращаясь вот к этой конкретной воде, к Memory Water, да, сначала, может быть, несколько слов об этой воде, в чем ее специфика, почему такое название, ну, чуть объясните нашим радиослушателям. Да, ну, основная вещь у нашей воды это то, что она сейчас получила сертификат биоводы, которое означает, что эта вода никак не химически не обработана, но в то же время соответствует всем этим нормативам. То, что очень важно. Не то, что что-то не соответствует, но именно все, что соответствует. Мы единственные в Латвии, которые предлагают для людей бутылки без этого бисфенола А. Это такое вредное вещество, которое имитирует гормон эстроген. В общем-то, об этом, да, несколько даже скандалов было, когда находили какие-то вот эти вредные вещества в бутилированной именно воде. Да, ну, это бисфенол, это только в больших бутылках. 18,9-11 литров. Вот это основная проблема. И в нескольких странах уже это запрещили. Такого типа упаковку из этого поликарбоната. Третья вещь – это то, что у воды из-за того, что она природная, ей выше уровень pH. Он тоже не константный, но сколько мы меряем, он где-то из 7,8 до даже 8,4. Поэтому в среднем это 8, pH 8 – это высокий, хороший pH.
вот именно для человека, для хорошего здоровья. Отличается ли вода, которую могут пить взрослые, вот даже с той же кислотностью, да, pH, и дети, например, или все равно? Ну, скажем так, если примерно кислотность 8, то это вода для всех. Угу. И, может быть, надо быть чуть-чуть осторожнее таким с водой, которая очень-очень высокий pH, потому что 9,5 это в нормативах самый высокий уровень. Если вода выше, чем 9,5, то она даже не соответствует нормативам, можно так сказать. В общем, я так понимаю, что вообще этикетку на воде читать стоит, и там можно много всего интересного найти. Но знаете, к сожалению, там очень мало информации. Там нету информации, как вода обработана. На ваш взгляд, это надо было бы ввести? Или, в общем-то, просто всем производителям надо было бы придерживаться каких-то правил? Ну, я думаю, что человек должен знать, потребитель должен знать, что он пьет и как вода обработана, где она получена. Ну, это, я думаю, обязательно, так как каждого пищевого продукта есть там состав и аллергены, ну, всякая важная информация для человека. И вода в этом случае, она, ну, там еще это вся законодательство чуть-чуть хромает, да. Насколько легко или сложно поддерживать качество, если меняются периодически? Источники тоже надо проверять, наверняка химические свойства меняются. Там, не знаю, дождь больше, зима влажнее почва, да? И, в общем-то, хранение разное. Знаете, это практически не влияет, потому что это может, то, что вы говорите, это может влиять на, как это, на самый-самый низкий слой, там 15 метров, 10, ну, как это, грунт-вода, да? Да, грунтовая. Грунтовая вода. Только на это. А то, что идет уже глубже, там 40-50 и далее, это уже, там есть какие-то маленькие изменения, но совсем незначные. Мы уже годами следуем все на эти анализы, и там, ну, незначительно что-то меняется. И наш источник, он уже известен, работает лет больше, чем 50. Так что это уже что-то такая ценность, которая уже проверена временем чуть-чуть. Если говорить о свойствах воды, насколько человек может, не знаю, ну, не лечиться, но, наверное, поддерживать свое здоровье, или там вода может навредить даже человеку? Ну, все знают, что человек где-то 70% состоит из воды. Но если мы смотрим количество молекул, то человек, то в организме человека больше 99,9% молекул – это молекулы воды. Поэтому вы представьте, насколько вода важна для человека. И это основная, можно сказать, даже, ну, здоровье напрямую зависит от какую воду человек пьет и сколько. И, ну, если придерживаться такому здравому смыслу, то я не думаю, что с водой можно как-то слишком много переборщить, да. А имеет вообще разницу какая-то, есть ли, как человек, пьет он воду, или пьет он чай, или кофе, жидкость, она есть жидкость, считают одни, другие опять-таки принимают только чистую воду. Ну, самое лучшее, конечно, это принимать чистую воду, потому что все, например, та же самая кофе, она реально уменьшает воду, которая в организме. Угу. Снижает количество. Снижает. Да. И поэтому многие советуют пьете кофе, тоже чуть-чуть выпить воду. Да. Сбалансировать. Сбалансировать, да. Поэтому, ну, это вода, конечно, это самый лучший, самый полезный напиток вообще, какой есть. И все другое, ну, конечно, всегда хочется тоже человеку какие-то вкус иногда, но надо приучить себя в основном пить воду. И, конечно, иногда можно что-то еще, но если
конечно, хочется здоровья. Влияет ли на структуру воды то, в каком виде мы ее пьем? Это холодная вода, это наоборот там кипяченая, более высокой температуры? Вот это тот момент, когда вода кипятит, и видно эти, как это, бурбули, да? Пузыри. Пузыри, да. Тогда вот этот момент, когда одна молекула оттягивается другой. И поэтому видно этот, вот с глазами это можно видеть. Процесс. Процесс, да. Если вода природная, ну, кипятить воду нужно только потому, что, чтобы там не были какие-то микробы и так далее. Но если вода природная и хорошая, то там кипятить нету никакого, не нужно это просто. А в холодной воде, если мы ее охлаждаем, ну, не до льда, но в холодильнике подержим? Нет, это на структуру не влияет. Даже есть одна из методиков структурирования, это то, что воду замораживает и потом отмораживает. И в процессе этого вода меняет свою структуру. Но именно мы не используем такую методику. У нас есть такая технология, которую разработали швейцарские и немецкие ученые, которые в Женеве на выставке инноваций получили золотую медаль. Там есть 18 этапов структурирования воды, там магниты, всякие много позитивных фреквенций и серебро, и тоже многие другие методики структурирования. Если говорить, в общем, уже совсем у нас мало времени остается. Знают все, что воды много, у нас 70% поверхности земли покрыта водой, но питьевой воды мало, и там в Африку возят просто нескончаемое количество воды для того, чтобы напоить там детей, вообще жителей Африки, потому что у них проблемы именно с питьевой водой. Как вы относитесь там, к переработке, к тому, что надо как-то, не знаю, чистить воду, очищать, бережнее относиться? Ну да, но в мире вообще очень отличается эта ситуация. Конечно, а в Африке одна ситуация, например, в Латвии ситуация намного другая. Здесь вода – это не проблема и не такой ресурс, который там очень... Но надо бережнее относиться к питьевой воде именно, как вы считаете? Или, в общем-то, это все тоже такие мифы, или, ну, разговоры о том, что воды не хватит, это там, не знаю, через тысячелетия? Ну, любому пищевому продукту, особенно воде, надо относиться с уважением. И потому что это то, что, ну, можно сказать, мать-земля нам дает. И если мы, ну, будем как-то все равно, ну, как относиться к этому, то это просто неправильный настрой ума. И это влияет на всю жизнь, на все другие вещи. Поэтому это, конечно, это важно. Спасибо большое. Основатель компании Memory Water Янис Плямич был у нас в гостях.